И снова здравствуйте, друзья! С вами снова Валерий и снова об альтернативе. И сегодня разговор о генераторе с очень высоким КПД. Это видео, которое многих заставит задуматься и, возможно, кому-то сломает мозг. Таких видео у меня на канале уже довольно много, и это одно из той же серии. В общем, кому интересно, смотрим. Погнали! Друзья, я постараюсь быть максимально кратким, но, скорее всего, это видео затянется, потому что информации очень-очень много. Значит, начнем с того, что визуально этот генератор очень сильно напоминает обычный классический аксиальный генератор. То есть он также имеет два блина с магнитами и посередине статор. Но конструктивно этот генератор совершенно отличается от обычного аксиального генератора, потому как катушки здесь намотаны на бублике, который на вид с электротехнической стали, и катушки намотаны поперек этого бублика. Как бы по законам физики такой генератор не работает, но тем не менее оказывается, такой генератор имеет очень-очень высокий КПД. И почему я сказал, что это видео, скорее всего, затянется. Значит, суть такова. Все параметры и тесты этого генератора я делал днем ранее. То есть я снимал это видео и решил те фрагменты, которые я изначально снимал, я даже их не буду вам показывать, а решил полностью одним дублем, одним кадром заснять именно тест этого генератора. Будет три камеры. Первая будет снимать входящую мощность. Вторая камера будет снимать выходящую мощность. В итоге вы сможете в любой момент остановить в нужном вам месте видео и выходную мощность поделить на входную. В итоге вы сами сможете просчитать КПД. Значит, вот смотрим. Это результаты, которые я получил днем ранее. И результаты, из-за которых я, честно говоря, ночь не спал. Почему? Да потому что, вот видим, здесь КПД получается выше единицы. То есть логически я понимаю, что это либо ошибка в показаниях, ну, то есть этого не должно быть. Но факт есть факт. И поэтому я почему и говорю, что попытаюсь снять все одним кадром, чтобы возможность составить такую таблицу самостоятельно была и у вас. Впервые конструктив этого генератора я показывал на своем канале 3 года назад. Ссылка на то видео, как обычно, смотрите в описании под этим видео. Рекомендую его посмотреть, чтобы было понимание того, что это за генератор. И особенно рекомендую почитать комментарии. Особо интересны комментарии больших экспертов, которые говорят, что этот генератор не работает вообще. То есть он в принципе не может работать. И о каком КПД вообще может быть разговор. И собственно именно в данном случае у нас есть возможность проверить, насколько эффективен такой генератор. И еще один такой немаловажный момент. Генератор намотан на 12-вольтовую систему. То есть это низковольтная система, которая изначально, ну, не располагает большим КПД. И для понимания общего процесса, что мы будем делать, значит, у нас есть 3 видеокамеры. Одна будет снимать входящую мощность. То есть изначально я буду показывать мощность холостого хода станка вместе с генератором без нагрузки. Кстати, генератор не имеет совершенно никаких залипаний, там просто качение на подшипниках. Поэтому это будет именно мощность станка с генератором без нагрузки. И далее мы будем нагружать генератор сопротивлением 6 Ом. И если напряжение генератора будет там выше 15 вольт, например, там 20 вольт, мы будем нагрузкой с помощью реостата добиваться
напряжение заряда 15 вольт на аккумуляторе. То есть мы максимально задавливаем КПД этого генератора, но тем не менее смотрим, какая будет разница. Стараюсь по минимуму комментировать, но надеюсь, что все данные и все действия вы увидите. Короче, поехали. Раз, два, три. На батареях КамАЗ-танка 200 оборотов. Смотрим холостой ход. Напряжение холостого хода 15 вольт. До 300.
я даже упрял. Приходилось все делать быстро, но поскольку частотник с двумя кнопочками вверх-вниз, поэтому очень сложно и долго получается выставить точные значения, там 200, 300, 400, 500 оборотов. И крутить реостат также это непростая задача. И в итоге в конце уже спираль нагревается. О, слышно. Я думаю, на камеру слышно. Так какой там. То есть еще бы чуть-чуть погонял, и она была бы красная. Там даже сейчас отличается по цвету. Кстати, по поводу генератора. Это я его уже сколько раз пробовал. И я уверен, ну да, он холодный. То есть еле может там, если это чисто если прислушаться, то обмотки может начинают теплеть. И это при том, что вот с этой стороны открытые обмотки, то есть их слышно хорошо. Возможно, если бы полчаса так погонял, то нагрев бы был ощутимый. Ну а так, особого нагрева здесь даже нет. Это при том, что токи были более 50 ампер. Кстати, вот эту вот камеру, которая снимала выходную мощность, я специально выставил так, чтобы было видно автомат включения нагрузки. Чтобы было более понятно, когда нагрузка включается, когда она выключается. В данном случае это таблица замеров, которую получил я. Свою табличку вы можете составить сами с отснятого материала. Значит, пояснение по вот моей табличке. Первая колонка, ну здесь все понятно, это обороты, на которых тестировался этот генератор. Вторая колонка, это мощность холостого хода станка. То есть, генератор без нагрузки и станок крутится вместе с генератором. Замечу, генератор без нагрузки не имеет никакого залипания, никакого сопротивления, просто качение на подшипниках. Поэтому здесь реально мощность холостого хода станка. Следующая мощность – это мощность станка с нагрузкой. И здесь вот ниже видим, есть два показания. Верхнее показание – это при нагрузке 6 Ом. И нижнее показание – это когда я нагрузку доводил, чтобы напряжение на выходе с генератора было 15 вольт. Вот это нагрузка с показаниями под 15 вольт. Четвертая колонка – это напряжение холостого хода генератора. То есть генератор без нагрузки. Например, 400 оборотов, мощность станка 905 Вт. И при этом на генераторе напряжение 31,6 вольт. Далее, вот эта колоночка. Это напряжение ток и мощность генератора при нагрузке 6 Ом. Следующая колонка. Это напряжение ток и мощность при нагрузке, когда напряжение на выходе с генератора было равно либо меньше 15 вольт. И, соответственно, это КПД при нагрузке 6 Ом, это КПД при напряжении на выходе с генератора 15 Ом. Ну, здесь мы конкретно уже засаживали этот генератор в тупик. Ну, тем не менее, даже в таком режиме КПД генератора очень даже неплохое. И, собственно, почему я начал снимать этот ролик? Да потому что с нагрузкой вот в 6 Ом КПД генератора, ну, по моим вот этим подсчетам, когда я вот здесь вот, ну, вот видим разница между мощностью с нагрузкой и мощностью холостого станка, ну здесь 2, и то это под сомнением, здесь даже меньше 2, то есть единичка, может 1 с копеечками. Поскольку мощность эта постоянно колебается, то трудно сказать, какая же точная мощность.
И вот если даже выходную мощность мы поделим на разницу на 2, то у нас здесь выходит 0,8. Вот здесь вот разница, ну, я сначала написал 450, ну, не верится, что может так быть, поэтому здесь написал все-таки 451, и выходную мощность 6,7 мы делим все же на 6, и то получается у нас КПД выше единицы, ну, то есть это выше моего понимания, я не знаю, как такое может быть. И в следующее показание, ну, здесь уже как бы разница очевидна, да, вот 700 и 730, но выходная мощность у нас 30,4. Вот когда мы даже это делим, все равно выше единицы получается. И даже на 300 оборотах, когда вот разница, то здесь 915 и здесь 980, то есть разница здесь 65 ватт, ну, на выходе мы имеем 72,5. Когда вот эту 72 поделить на 65, снова же выше КПД единицы. Ну, в общем, здесь что-то выше моего понимания происходит с этим генератором. И далее, когда еще большая разница, да, там вот 905 в холостую и 100, ну, и киловатт 58. То есть разница здесь, вот видим, 153 ватта. Но получаем 132 ватта. То есть, если 132 поделить на 152, ну, тоже почти 0,9 там. Ну, это по отснятому материалу у вас есть возможность самому просчитать это КПД. Ну, и, соответственно, пишем в комментариях, что мы об этом думаем. Друзья, надеюсь, это видео заслуживает внимания. Надеюсь, что это видео было полезным. Всем мира, здоровья, добра, позитива, хорошего настроения, побольше альтернативной энергии. И до новых видео. Всем пока.